Выступает наш любимый поэт и художник Герман Виноградов. Я не дам слово. Здравствуйте, друзья. Я хочу рассказать другой случай из моей уже бытности. В 90-м году мы поехали с Артемом Троицким на фестиваль, на очень большой фестиваль, который был вот на гребне бархатной революции. Он проходил в свежем монументе Сталина. Это на берегу высокого Тавы. Он был провален нахер вниз туда. Вот. И людей всех поселили, всех участников фестиваля поселили в бывшее здание правительства КГБ, это дворец Штрасбека, и все жили на нарах и топили помещения делами, которые вот там хранили. Давайте похлопаем, чтобы дела, топить делами надо, чтобы дела согревали тела. А пока мы заканчиваем готовить, я хочу вам роман спеть один. Подойдите к забору, поцелуйте подгнившие доски. Если есть гвоздь в кармане, нацарапайте, я вас люблю. Пусть сменяются дни, как растали тельняшки полоски. Вас судьба не обманет, подыграет, как порт кораблю. Обнимите матрас из пропавшей мышами кладовки, со следами сойти и запахом первой любви. Пусть за это когда-нибудь вас мусора поцелуют в Петровке. 38 и водки нальют визави. Поцелуй мусоров слаще меда изысканнее. Но не каждый способен в себя его силу живую принять. Если с первой строки угадать содержание целого тома, то и целую жизнь можно с первого дня угадать. Вот у Тимура!